Работать в команде – это девиз главы сельского поселения Назаревское Марины Шибановой. Становится традицией раз в год отчитываться перед населением о работе органов местного самоуправления, о достигнутых результатах, выявлять существующие проблемы и ставить задачи на будущее. 15 сентября 2015 года исполнился ровно год со дня моего избрания в качестве главы сельского поселения Назаревское. Год – это уже достаточный временной период, чтобы оценить те изменения, которые происходят каждый день. Надеюсь, все вы отметили наши усилия по улучшению качества жизни в сельском поселении. В 2015 году деятельность администрации была направлена на развитие местной экономики и социальной стабильности. Важные направления – наведение порядка в сфере ЖКХ, ремонт инженерных сетей и дорог поселения. Активно работал электронный сервис «Почта главы поселения». В прошлом году благодаря этому нововведению было рассмотрено более 100 обращений граждан. В 2015 году подготовлено более 40 постановлений главы сельского поселения. Свыше 130 постановлений администрации сельского поселения, более 50 распоряжений главы, около 300 распоряжений администрации. Вынесено на рассмотрение и принято свыше 60 решений Совета депутатов сельского поселения. Итого подготовлено 580 правовых документов. В сельском поселении Назаревское в 2015 году прошел цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. Так, в апреле в деревне Папушево установили памятный знак воинам-землякам, которые сражались с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Была оказана социальная помощь ветеранам, приуроченная к празднованию 70-летия Победы, а также организован оздоровительный отдых в пансионате. Ко Дню Победы 9 мая в качестве социальной помощи участникам Великой Отечественной войны было выплачено по 5000 рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей по 4000, труженикам тыла по 3000 и детям войны по 1000 рублей. Большое внимание в сельском поселении Назаревское уделялось также развитию культуры и спорта. Так, в спортивном комплексе «Назаревский» был проведен ремонт, закупили новый спортивный инвентарь. В сельском поселении прошло 240 культурно-массовых мероприятий, которые посетили около 11 тысяч человек. Социальной политике поселения также уделяется много внимания. Активно приступили к реализации программы создания доступной среды для маломобильных групп граждан и инвалидов. Эти меры помогают людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество, создают для них равные условия реализации их конституционных прав. Создание доступной среды на сегодняшний день – требование Федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Проведена объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Организованы парковочные места для инвалидов посредством нанесения разметки и оборудованием знаками. В целях адаптации слабовидящих и слепых обеспечено выделение входных групп в учреждениях культуры, спорта и административных зданий сельского поселения Назаревское. В 2016 году целью социальной политики станет повышение качества и уровня жизни населения. Главным направлением по-прежнему останется поддержка наиболее незащищенных слоев населения. Будет продолжена и работа с ветеранами. По словам Марины Шибановой, администрация поселения по-прежнему готова решать задачи, поставленные жителями. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».